Многие годы Диана была моим координатором от агентства. Она гарантировала тайну. Я — совершенство исполнения. Мы доверяли друг другу. Этим августом, 10 числа, Диана поставила агентство на колени. Она уничтожила все данные, удалила все контакты, выдала всех агентов и исчезла. Оправившись от удара, агентство наконец-то выследило ее. Предложило мне контракт. Когда-нибудь я буду вспоминать это как очередное задание. В конце концов, это моя работа. Диана часто говорит о нем. О том, как когда-то они начали работать вместе. Эти истории нравятся мне больше всего. Иногда я хочу стать такой, как он. Я знаю, что многое из того, что он делает, плохо, очень плохо, но... Мне кажется, можно быть и хорошей, и плохой одновременно. Ведь если он кому-то помогает, то он хороший. Правда? Послушай меня. Ты должна быть храброй. Сюда придет человек и заберет тебя. Я не смогу пойти с тобой. Так надо. Этот человек, он другой. Он защитит тебя. Пожалуйста, не суди его за то, что он совершит. Мне жаль. Может, однажды ты все поймешь. «Сорок седьмой? Это Бенджамин Трэвис. Деньги переведены на ваш счет. Добро пожаловать в Чикаго. Я ценю, что вы взялись за это задание. Идти против своих нелегко, но предательство Дианы Бёрнвуд должно быть наказано. Я бы отрядил одну из команд, но эта работа не для молота, а для скальпеля». «Детали роли не играют». «Вот именно. Удачи, 47-й. Я подъезжаю. Хорошо. Проникните в усадьбу, устраните Диану. А Викторию приведите к нам, невредимой. Сэр? Да, это фургон с мороженым. Да, я знаю. Я от него избавлюсь. Эй, убирайся отсюда, нам ничего не надо. А вашему напарнику? Какому еще напарнику?
В этом задании ключевые элементы игры будут подсвечены. Прежде всего, старайтесь убивать бесшумно и избегать обнаружения. Пора познакомиться с интерфейсом. В нижнем левом углу синяя полоска отображает ваше здоровье. Рядом с ней находится радар. Он показывает врагов, цели миссии и точки эвакуации. В правом нижнем углу показано ваше оружие и то, спрятано ли оно. Рядом с оружием видна желтая полоса, показывающая силу вашего инстинкта. Когда инстинкт слабеет, вы не можете использовать особые навыки. Если верить Бенджамину Трэвису, Диана Бёрнвуд совершила измену, забрав с собой ценный ресурс — девушку по имени Виктория. Я должен устранить Диану и вернуть девушку. Вы входите в запретную зону. Если охранник впереди увидит вас, он попробует вас арестовать. Поэтому не шумите и постарайтесь прокрасться незаметно. Подойдите к укрытию прямо перед вами. Когда вы в укрытии, врагам намного труднее вас заметить. Многие найденные предметы можно использовать как оружие в ближнем бою или для отвлечения врагов. Бросьте гаечный ключ в ведра, чтобы отвлечь охранника. Чего? Прекрасно. Проходите, пока охранник отвлекся. Есть тут... Эй! Когда вы целитесь, вы автоматически выделяете ближайшие цели. Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Тело спрятано. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Я знаю, что это желание клиента, но мне это все равно не нравится. Принимать на работу. Местный персонал. Используйте струну из оптоволокна, чтобы бесшумно устранить охранника впереди. Если ты не знаешь, то кто? Ладно. Если она хочет играть... Чистое убийство. Обратите внимание, струна позволяет сразу оттащить тело в сторону. Контейнер переполнен. Здесь больше нельзя ни спрятать еще одно тело, ни укрыться самому. Подготовка агента 47, а также его обостренное чутье, позволяют ему подмечать все, что его окружает.
Отвлечение, точный прицел или струна из оптоволокна. Выбор за вами. Господи. Она просит его обратиться к врачу, но он не хочет, чтобы кто-то знал. Мы пришли к нему. Да, 25 лет сражений. Ты думаешь, ты крутой, а потом бац, тебя накрыло. Ни с того, ни с сего. А он работать не сможет. Прекрасно. Что? Проходите, пока охранник отвлекся. У нас, похоже, нарушитель. Начинаю поиск. Прием. Эй, там! Отзовись! Как оно, Хэнк? Пришел меня проведать, малыш? Что? Я просто обход делал. Слушай. Моя жена чемпион штата по сплетням. Это был вопрос времени. Я, конечно, ценю твою заботу. Послушай меня, парень, завязывай с этим делом. Иди лучше мосты строить или ежиков спасай. Используйте инстинкт или взгляните на радар, чтобы найти выход. В любом случае, можешь быть уверен. Все время будет лить дождь. На твоем языке никто не будет говорить, а отель будет дырой с тараканами. Хэнк, с тобой все в порядке? Я в ажуре, малой. Иди, заканчивай обход. Вы сняли глушитель со своего оружия. Оружие без глушителя наносит больше повреждений, но выдает ваше местонахождение. Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врагов. Сегодня затеял нечто. Этот охранник идет к ограждению. Он не дойдет до вас. Но зато хоть сервис хороший.